В городской поликлинике номер 4 установили новое эндоскопическое оборудование. Это колоноскоп для диагностики заболеваний кишечника, эндоскоп для обследования желудка и бронхоскоп для органов дыхания. Все аппараты, в отличие от техники предыдущего поколения, оснащены камерами, передающими четкое изображение. Также картинку можно увеличить, если доктор заметит что-то подозрительное, и тут же взять биопсию тканей. Ну, данное оборудование уникально тем, что оно позволяет проводить обследование верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта и трахеобронхиального дерева оборудованием высокого разрешения, что позволяет нам выявлять патологию данных отделов и, в общем-то, выявлять различные заболевания на ранней стадии. Надежда Ветрова, пациентка 4-й поликлиники, уже обследовалась на новом эндоскопе. Надежда почувствовала разницу между аппаратом 2015 года выпуска и его современным собратом. Надежда проходила фиброгастроскопию недавно. Совершенно несравненно с тем, что было раньше. Обследование совершенно безболезненное. Очень, как говорится, приветливые врачи, медсестры. В общем-то, сюда очень приятно ходить. Сделан очень красивый новый ремонт. Парк техники будет пополняться и далее. До конца ноября установят маммограф. Он необходим, потому что на этом участке наблюдается 70 тысяч женщин. Получили также ультразвуковое оборудование, 2 новых ультразвуковых аппарата. Вот. Получаем еще ламинарный бокс для лаборатории, это тоже очень необходимо. У нас лаборатория и общеклинические анализы, биохимические, бактериологические, выполняет практически весь спектр анализов. Оборудование постепенно обновляется, однако проблема кадрового дефицита пока не решена. В поликлинику требуются врачи общей практики и терапевты. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. УПРАВДА ТВ.